Добрый день, друзья! Вы на канале «Цветочное счастье». Сегодня хочу вам сделать небольшую экскурсию по своим клумбам, показать, что сейчас цветет. Но начну я, конечно, с царской короны, потому что это действительно такой прям величественный цветок. Вот вам для хорошего, друзья, настроения. Вот природа все-таки создала нам такую красоту, чтобы мы ей прям жар птица, любовались. У меня вообще в этом миксбордере получается много кустов, где-то, наверное, кустов 5, но в этом году почему-то цветет только один, не знаю причину, но в прошлом году как-то через один цвели. Я все-таки думаю, что здесь что-то повлияло на цветение, ничего страшного. Кто до этого видел предыдущий обзор, карликовые ирисы весь ряд отцвел. Сейчас будет такая зелень. На смену уже, обратите внимание, пионы, там ирисы, тюльпаны. В общем, потихоньку все растет. Еще будет гибискус среди них. Розы отрастают. Здесь, конечно, тень. Здесь они чуть-чуть помедленнее. Здесь тень первую половину дня. Там на других клумбах у меня розы уже прям побольше. Также тюльпа, эти пионы, в общем, ирисы, тюльпаны. Такой в этом году сделала себе небольшой такой кусочек новый. Осенью, вернее, высадила сюда отчитки пучочками. Здесь у меня ряд папоротника будет. Бадан посадила. Также отчитки, самшит. Гехера уже приобретает после зимы свою окрасочку. Здесь у меня два вида гехеры. Между ними хосты, 3 штуки. Пока только вижу, что начинает сходить. Также самшит так стригу кругленько. И высадила можжевельник виргинский. У меня 2 штуки есть. Это, что я вам рассказывала, я делала, череночек снимала и укоренила. За зиму он укоренился, и уже прям росты новые пошли. И, друзья, еще в Пятерочке в январе месяце покупала ель конника. Сохраняла и в доме, и в сугробе, но мне удалось ее сохранить. 2 дня назад я ее сюда высадила. Это новые росты, которые наросли в доме. Такой кусочек у меня должен красиво получиться. То есть самшит, отчитки, гехера, хосты. Хвойные. Здесь им будет хорошо, здесь все время тень. Солнце чуть-чуть попадает, уже прям вообще ближе к вечеру. Для ели коника это нормально. И вторая девочка. Несколько дней назад я их сюда все высадила. Буду наблюдать, и чтобы с ней все было хорошо. А здесь на решетке у меня раньше был клематис. Он был прям огромный, но последнее время только наращивал прям вегетативную массу и не цвел. Я ему сделала кардинальную обрезку, а потихонечку он что-то живое есть. Убрала полностью весь этот сухую листву всю отсюда, и вот так у меня прям всю решетку закрывал. На эту сторону пустила вьющуюся розу красную. Здесь планирую, что будет клематис. Такие мысли. Каждый раз что-то в саду меняю. Вообще кусочек такой должен получиться. То есть коника, самшит, гехеры, хосты. Как я хотела, сделала. Дальше уже приготовила поставки для петунии. Сейчас, конечно, друзья, уже начнется буйство красок, клумбы преображаются. Также уже отрастает клематис, новые росты. Сейчас само цветение гиацинтов. Это гибриды. Каждый раз, как вижу, что-то новенькое появляется, обязательно приобретаю.
Вот такой желтый. Ну, вот эти розовые, это простые. Они здесь живут много лет. Эти тоже прекрасно зимуют, размножаются. Вот, как бы нравятся мне. Вот уже солнышко начинает отцветать. Поэтому сейчас надо прям вот быстро все снимать, потому что не успеешь глянуть уже. А это отцвело, что-то другое цветет. Ну и, конечно, сейчас тюльпаны пойдут. Цветение тюльпанов у меня. Вот этот вообще полосатик на солнце так всегда реагирует. Сегодня птички поют, солнце светит, аромат. Тут абрикос цветет у соседей, гиацинты. Ну, вообще приятно находиться на улице. А вот эти тюльпаны, друзья, это вообще мои любимки. А белые, крупные, они будут еще вот так повыше ростом. У них прям будет шапка такая большая. Вечером закрываются также вот в такие бокалы. А с той стороны прям вот у них вот зеленые такие вот листики вокруг цветка. Покупала всего несколько штук, наверное, много лет назад. Пару луковиц купила. Очень хорошо размножается. Вот. В общем, прям нравится мне. Ну, вот так сейчас вот выглядит вот эта моя клумба. Вот бордюрные тюльпанчики. Здесь будут новые сорта, я в прошлом году, но я их покупала цветущими, обрезала, сохраняла луковицы и осенью высаживала. Тут вот, вот такие махровые будут. Ну, в общем, это чуть-чуть попозже. Вот этот можжевельник виргинский. Ну, неплохо так перезимовал. Вот. И там второй чуть-чуть дальше будет. Ну, вот после обрезки цинерария серебристая просыпается. Хосты начинают. Ну, уже прям вот, ну, преображается клумба, потому что вот лилии, розы. Ну, слава богу, что розы хоть отходят. Конечно, они будут гораздо попозже цвести. Я почему всегда оставляла в розах высоту, чтобы получить раннее цветение. Но главное, что кустики все живы. Я очень много лет собирала эти сорта, и ну, чтобы ничего не потерять. Ну вот второй можжевельник виргинский. Вот они два одинаковых, а развиваются все равно по-разному. Вот с него я брала череночек, который вам только что показывала. Вот. Вот так вот выглядит. Вот это, друзья, клумба у меня. Ну, лилии, конечно, тоже вот отчиток. Хризантемы потихоньку просыпаются. Тоже лилейники. Уже прям вон как хорошо виден ряд. Лилейники все у меня гибриды, очень такие красивые. Ромашка, вот эта желтая ромашка очень рано цветет. Вот. И, кстати, вот этот тоже можжевельник сохранился. Сажала я его поздней осенью, брала отводочку, но ничего. Вот. Гортензии также все уже хорошо на бутончиках. Надо пройти, сделать вот обрезочку, поубирать вот эти старенькие. Вот. Хосты между ними уже вот видны. Ну и плющ, конечно, вот. Надо закрыть соседскую стену, поэтому я его вот так вот, друзья, посадила. Вот, ухода нет за стеной, поэтому решила я закрыть вот такой зеленой красотой. Так, ну, здесь смотрите, как вот у меня царская корона, несмотря на то, что она была пересажена осенью, и абсолютно вот каждый кустик, вот смотрите, каждый цветет. Вот за исключением, наверное, там вот за клематисом один, который не цветет. А так вот, ой, очень мне нравится она. Она даже морозы выдерживает. У нас, помню, были морозы, такие возвратные заморозки. 5-6 градусов, она вся поникнет, бедненькая, а потом сразу раз так приободрится, и снова красотка. Вот, ну, клематис уже вот. Хорошие почечки. Ну и здесь, конечно, вот
такая красота. Нарциссы, которые вот, ну вот это получается средние, ну вот тюльпаны. Ряд будет скоро цвести. Тюльпаны уже будут следующее видео. Они прям вообще тут такое буйство окрасок идет. Ну и, конечно, вот розы. Вот эти кустики я вообще сажала осенью. Ну, тень падает. Сейчас повернусь. Вот, сажала осенью, но все хорошо. Вот, нарциссы вообще обалденные вот такие. То есть сегодня, если не полюбуешься, потом это так все быстро меняется. Ну, здесь уже вот у меня целый ряд хризантем. Вот. Ну вот, розы. Прям боль моя весенняя. Ну вот. Вот здесь вот такая клумба. И, конечно, сейчас покажу вам. Но это королевское семейство. И, наверное, это король этого сезона, гиацинт. Вот белый. Ну, потрясающий прям. Также и отчитки. Бордюрные тюльпанчики. Ну, здесь, друзья, целый ряд у меня. Гиацинтов. Видите, где солнышко, там вот и розы. Вот такие побольше. Ну, тут первоцвет, это я осенью высадила. Красные должны быть между розами. Хосты просыпаются. Вот. Здесь прям через один сажала. Здесь тоже вот такой розовый. Ну, уже начинают отцветать. Вот бордюрные тюльпанчики. Ну и даже когда крокусы отцветают, они все равно приобретают вот такие, да, у них полосатые листики тоже как бы украшают. Этот под тяжестью аж наклонился, бедненький. Вот, уже выгорает, был бордовый. Солнышко вот все-таки как влияет на цветочки. А этот цвет держит хорошо. Ну и вот белые. Он прям семейством вот таким растет. Вот. Так что вот это вот так клумба у меня уже выглядит. Ну и вот, скажем так, молодой миксбордер. Я его делала только осенью. Высаживала сюда розы, пересадка была. Вот аквилегия. Ну, смотрю тоже. Вот вроде как от корня только придется обрезать, тоже не перезимовала. Вот, ну здесь вот такой получается миксбордер. Тут будет чередоваться в будущем, когда будет много. Это вот ранние гиацинты, ой, нарциссы. Я специально здесь высадила ряд. Мне нравится, когда они цветут кустами. Это вот самые первые должны вот эти цвести. Потом идут вторые, средние, а потом уже поздние. Вот. Ну вот такой. Ну там тоже два. Вокруг персика лилейник. А здесь тоже два куста. Нарциссы и тюльпаны. Ну вот кустарничек с вариагатной окраской хорошо перезимовал. Вот, пожалуйста, весь на почечках. Здесь вот будут полные пионовидные тюльпаны. Вот. Ну вот так выглядит. Еще один мой миксбордер. Ну, а сейчас вам покажу еще одну красоту. Это здесь у меня уже живут бархатцы. Ну, живут уже вон как цветут. Гацания. В теплице нет места. Но здесь они вот уже, когда была посадка в мешки, я их вынесла все сюда. Вот там кустарники у меня. Вот эти череночки укорененные.
аргерантенум и вот бархатцы. Ну, те цветут, а эти вот скоро будут цвести. А там высокорослые бархатцы. Так что вот такой еще небольшой у меня один парничок. Ну и, конечно, вот все-таки розы. Прям смотрю каждый раз на них и думаю, как же ж они тут у меня бедненькие будут. Ну, уже не бедненькие, уже с ними все в порядке. Жить будут, скажем так. Ну, вот так, друзья. Вот такое видео вам хотела снять. Показать вам, что сейчас цветет. Сейчас только это отцветает. И тут же уже следующее начинается. У нас пойдут тюльпаны, колокольчики, ромашка желтая сейчас будет цвести. Вот. Так что, друзья, вот на такой красоте хочу закончить свое видео. Пожелать вам хорошего дня, настроения и всего вам доброго. Вы были на канале «Цветочное счастье». До новых встреч!